Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Vice. Сегодня поговорим про тему, не связанную с проживанием в США, ну или связанную косвенно. Сегодня мы поговорим про рост безработицы в России на осень 2015 года. В прошлый раз я касался этой темы практически год назад. Сейчас, традиционно, в середине осени, перед началом зимы, актуально эту тему еще раз поднять. Тем более, что на своей странице в Facebook у меня развернулась дискуссия со своими подписчиками относительно того, что сейчас происходит на рынке труда в России. Официальной информации нет. То есть официальные российские СМИ умалчивают о том, что уровень безработицы стремительно растет, что практически все сектора бизнеса производят сокращение кадров, идут массовые увольнения. В первую очередь банковский сектор, даже до айтишников добрались. Вот. То есть практически не осталось такой области, где бы не было массовых сокращений. С другой стороны, официальный СМИ молчок, наоборот, всячески пропагандируется тем, что в Багдаде все спокойно, все нормально, нет причин для меланхолии, работа навалом, не работают только лентяи и так далее и тому подобное. В связи с этим я хотел бы обратиться к зрителям своего канала, к подписчикам и задать им вопрос, прям ребром, без какого-то прямого. Давайте поделитесь, пожалуйста, информацией, что творится вот с увольнениями лично у вас. То есть, продолжаете ли вы работать, устраивает ли вас ваша зарплата, сколько людей сократили конкретно в вашей компании, не попали ли под увольнение ваши знакомые, друзья, и, скажем так, не пытались ли они потом после этого найти работу, хотя бы временную, и какой им предложили оклад. То есть вот эти вот жизненные вопросы, они крайне полезны и крайне важны, чтобы люди получили реальную информацию, что на самом деле происходит. Потому что если на эту тему не говорить и придерживаться тросленной политики, где все нормально, у многих может случиться весьма неприятная ситуация. Совершенно как бы случайно их тоже сократят, а они морально к этому не будут готовы. И, соответственно, после сокращения им придется ломать серьезно голову, а что, собственно говоря, делать, потому что деньги нужно зарабатывать. Не у всех сейчас есть накопление, потому что за последние полтора года у подавляющего большинства жителей России накопления серьезно растаяли свои, вот эти, связанные с тем, что и рубль упал, и цены взлетели вверх. В общем, короче, ситуация совершенно безрадостная. То есть на месте любого человека, здравомыслящего, проживающего на территории России сейчас, даже если у него сейчас есть хорошо оплачиваемая работа, и нет никаких как бы посылок для увольнения, я бы считал, что имеет смысл сделать такой вариант мозгового штурма, сесть и ради интереса полюбопытствовать. А если какая-то резервная работа, если вдруг, не дай бог, вас тоже сократят или уволят. То есть вот это такой полезный тренинг. Сесть, вот, независимо от этого, написать свое резюме и попытаться его куда-то разослать и понять, насколько реально в случае такой экстренной ситуации найти какую-то подходящую временную работу и сколько вам сейчас смогут предложить, вот, соответственно, заработную плату. Особо хочу сделать ремарку для особой категории моих зрителей, которые живут в параллельном мире. У них совершенно другая Россия, процветающая. Там автобаны выложены, страны Бесворовские, небо в алмазах, все ездят на Мерседесах и БМВ, и у всех особняки на Рублевском шоссе, и вообще все замечательно. Это такой параллельный мир, такая параллельная Россия, не имеющая ничего общего с реальной. Как правило, люди в этой параллельной вселенной пишут, что у них все замечательно, они получают
человек заходит в вашу работу и нет причин устраивать панику. Вот для этой специальной категории граждан я хочу задать вопрос, ребят, сколько вы получаете, если вы говорите, что у вас хорошо, например, вы там работаете каким-то высокооплачиваемым инженером, получаете аж 3 тысячи долларов, 4 тысячи долларов, или вы работаете каким-нибудь айтишником, получаете 5 тысяч долларов, там, или 6 тысяч долларов, и все нормально, ровно, никого на работе не увольняют. Вот поделитесь, пожалуйста, информацией, где такая вот замечательная работа, где можно получать такие высокие оклады. Может быть, у вас на работе есть вакансии, так напишите, куда обратиться. У меня на канале очень много зрителей, которые с удовольствием бы устроились на такие зарплаты. Или вот такая вот, вот работа за такой высокий оклад, она только у вас, а больше никого к вам на работу не берут. Давайте поделитесь информацией, потому что прежде писать такие вот комментарии с параллельной реальности, вы как бы сделаете небольшую поправку на настоящую реальность. Вот. И, соответственно, если вы пишете, что есть какие-то вакансии такие, или вы пишете, что работа навалом, напишите, где вот эти самые работы навалом, чтобы люди могли устроиться. Я могу сказать, что очень много подписчиков, которые работы лишились, и они эту работу сейчас ищут и готовы на любые варианты. Пожалуйста, напишите. И я думаю, вам люди, которые воспользуются вашей информацией, только спасибо скажут. Вот такую тему я хотел затронуть. Да, чуть было не заработан. А, собственно говоря, Америка, так что же с Америкой? А с Америкой ситуация такова, что я в свое время, еще года два назад, сделал подписку на различные сайты, которые занимаются трудоустройством. То есть вы можете на разных сайтах американских, по контекстному поиску, каждый сайт специализируется на каких-то своих вакансиях, подписаться на те горячие вакансии, которые сейчас есть в наличии. В соответствии с вашими пожеланиями или профессиональными навыками. И в зависимости от тех вакансий, которые появляются, вы можете найти себе то, что сейчас есть. Вы можете устроиться, там, к примеру, айтишника по настройке какой-нибудь аппаратуры. Вы можете устроиться инженером, который устанавливает спутниковую антенну. Вы можете устроиться сертифицированной сетевой сиделкой. Вы можете устроиться дизайнером по графике. Вы можете устроиться да куда угодно. Вы можете устроиться на стройку, вы можете устроиться в автосервис, вы можете устроиться куда угодно. Вакансий очень много. И у меня рассылки приходят практически каждый день, новые вакансии. Я стираю просто в спам, уже мне это не интересно, те люди, для которых я эту подписку делал, они уже давно себе все нашли, у меня просто подписка осталась чисто себе, вот, нескольких ресурсов статьи. То есть в Америке работы навалом. Вот в этом-то большая разница. Вы можете найти работу даже для идиотов с нулевым знанием языка на 10 долларов в час, и даже такой работы достаточно много. Вот. Ну, а если вы что-то умеете, например, вы электрик, там, вы инженер, вы, например, специалист по сантехнике, имеете опыт запаски каких-то работ на погрузчике, вы вообще будете в шоколаде. Так что вот эти слухи про американскую безработицу, что работы нет, это просто фейк и надувательство. Работы здесь много. Вот. Ну, теперь в точку вставлю точку. Хорошего всем дня и чтобы вас не уволили.